Так, Луна. 25 марта 2021 год. Харьков, 20:29 по Киеву, Харьков. Пропустил я все вылеты МКС, ну, в смысле, не удалось снять из-за погодных условий. Да, как-то сильно на предыдущее сегодняшнее видео написали комментарий, что контрастность и четкость сегодня необычная. Наверное, даже да. Не пойму, с чем связано. Да, так вышло я почему? Потому что именно там, где сейчас находится Луна, небо у нас прояснилось. Ну, уже с работы сбежал. МКС не снял. Почему бы не поснимать горбатую Луну в подробностях? Ладно, сейчас я хотел еще Марс поснимать. Так, это уменьшаю выдержку. О, тоже красота. Тоже красота. Смотри, как у нас засветка ушла. Так, это я отошел. Пока еще не в мир иной, а просто в стороночку. Ветер все-таки наблюдается. Да, в комментариях пупырчатость. Особенная пупырчатость Луна сегодня наблюдается. Наверное, так и есть. Пузырьковость. Пузырьковая камера. Надо же. Это я резкостью поигрался. И, по-моему, редкий случай, когда не напрасно. Ёлки-моталки. Я не знаю, как это будет на экране. Но это просто шикарно выглядит. В окуляре. Очень подробно. А там, где Марс, ну, в общем, западное небо все по-прежнему укрыто облаками. Вот это да. Откуда ж такие четкости в изображении? Что изменилось? И небо. Небо в абсолютно четкой дымке. Ты посмотри прямо. Такие грани четкие. Боишься радужную оболочку порезать. Но облака на западе, кстати, рассасываются. Глядишь, сейчас может что-то и получится снять. До Луны сейчас 372 тысячи километров. Полнолуние будет через 3 дня. Так, пуп Луны, в том смысле, что кратер тихо, это же, надеюсь. Ха-ха, тень от Луны падает, ты посмотри, какая знатная, у меня штатив отображается на земле. Ветерочек, ветерок. Ну, конечно, это кратер тихо, тихо Браги. Очень интересно. Ветер. Не, ну когда ветер, я буду уменьшать зумирование, потому как
совершенно по экрану колебания. Некомфортно. Очень хорошая четкость, резкость, я не знаю, в окуляре так шикарнейше. Каждую ямочку видно. Очень. Ты посмотри, неожиданно какая. Я еще думал выходить и не уходить. Тоже. Я с резкостью, ветер. Вот зараза. Ну что ж ты так не хочешь нам? Так, все, бросил. Отошел, смотрю, любуюсь. Да, феерично. Пузырьковость. Да. Пупырышность. Очень-очень классно. Значит, там тоже в комментариях, не помню, как зовут. Женщина спрашивала настройки. Настройки такие. ISO сейчас стоит минимальная, 125. Режим видеосъемки есть такой в Nikon Coolpix 5000. Просто крутите этот барабан. Там, где изображена кинокамера, устанавливаете, потом в настройках смотрите. Где чувствительность? Где чувствительность указана? Там ставите с автоматической, меняете, или какая там у вас стоит, на 125. И потом другим колесиком, то, которое горизонтально расположено так же, как и... Вот я не знаю, это Аристарх или не Аристарх. Также горизонтально расположено параллельно земле, как и колесико с функцией видеосъемки.